Здравствуйте, дорогие подписчики! Хотел поделиться с вами секретом, как защитить утеплитель на основе стекловолокна или каменную вату. Защитить утеплитель в стропильной системе, в системе теплой кровли от проникновения туда мышей. Мы видим из видео, взрослая большая мышь может пролезть в отверстие диаметром 17,5 мм. Мы видим незашитые участки утеплителя. Вот о чем мы и говорили. Скорее всего, это промяла мышка. Норку себе сделала. Раз. Здесь тоже вот прям нора. Или это некачественная укладка утеплителя подрядчиком 8 лет назад. Делал тут один мужичок, шабашник. Вот. То есть все вот у нас в таком удручающем состоянии. То есть, да, просто так уложить утеплитель сюда будет недостаточно. Я считаю, что необходимо создать ограждающую конструкцию для мышей из вот так вот из металла, потому что металл нужно ограничить доступ мышей к утеплителю. Мыши утеплитель не едят. Либо минеральную вату, либо на основе стекловолокна каменную вату они не едят. Но в ней чувствуют себя очень комфортно. Как мы видели, когда снимали потолок, было очень много продуктов жизнедеятельности мышей. Сейчас посмотрим, что сверху. Очень много продуктов жизнедеятельности мышей. Очень много продуктов жизнедеятельности. Вот она, вот они. Вот они, вот они, вот они. То есть мыши портят утеплитель. Вот, вот, вот. Угу, угу. Мыши портят утеплитель своим присутствием, делая вот такие вот норки, сминая утеплитель. Поэтому это тоже все неприемлемо. Вот. Необходимо утеплитель защищать. Вот. У нас стоит задача защитить данный узел. Узел – это нарощенная стропильная система, где будет лежать утеплитель. Защитить от проникновения сюда мышей. Потому что, как выяснилось, мыши очень любят там зимовать, скорее всего. Тепло, хорошо. Вот. Соответственно, от проникновения из сарайной чердачной зоны. Изготовлена вот такая вот из гладкого листа. Вот. Планочка, ушки загнаны, все под размер. Чуть ниже, чем ляжет пленка супердиффузионная мембрана, чтобы не поцарапать. Она у нас вот сюда замечательно помещается и крепится. Чисто символически, потому что мышкам не интересен металл, они его грызть не будут. Если бы здесь была бы какая-нибудь экструдированный пенополистирол или вообще, не дай бог, пенопласт, он намного менее плотный, чем экструдированный пенополистирол, они все равно, видя свою цель, прогрызут его, сделают в нем норки и в этих норках совершенно спокойно смогут зимовать. Но нам это не нужно. Почему? Потому что они уменьшат его плотность, скомпуют, изгадят продуктами жизнедеятельности, перестанет нести тот самый важный функционал, который на него возложен. Было принято решение использовать кладочную сетку 6х6. Да, 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 с ячейками 6х6. Сейчас покажу, как все это дело у нас выглядит.
Выглядит это все следующим образом. Вот она сеточка 6 на 6. Утеплитель уложен, сверху у нас супердиффузионная мембрана. По всей площади, где у нас смонтирован именно утеплитель, вот, по всей площади, в той зоне, где необходимо оградить проникновение мышей, чтобы мыши там не жили, не строили свои норки и дома, вся сеточка натянута с нахлыстом, перевязана вязальной проволочкой, по периметру прикручено все саморезиками к контрбруску. Данное решение было принято не зря. Это обосновано тем, что мыши очень сильно любят утеплитель, особенно в зимнее время. Вот, поэтому, чтобы они его в нем не делали норки, не спрессовывали его и не ухудшали его тактико-технические характеристики, было принято такое решение, и я больше чем уверен, это сработает. Так что пользуйтесь, вот, рассказывайте своим друзьям, делайте качественную кровлю, пишите в комментарии свои вопросы, обязательно отвечу. Обязательно отвечу. Все, всем пока. Ставим лайки.